Фирменная фраза? Фирменная фраза? Я не могу придумать фирменную фразу. Просто будем показывать вам город, который впервые видим сами. Называется High River, находится в Альберте. 50 километров южнее Калгари. Да, мне кажется, нужно показывать отдельно вот эти прикольные барельефчики. Они очень красиво смотрятся. Смотри, как классно. Не знаю, насколько это будет видно, но мне кажется, это очень удачно. Именно если бы общий план зацепить как-то. В этом памятнике где-то зашита временная капсула, которая будет, которая должна быть открыта на 125-летнюю годовщину. Пока Дима выясняет всю информацию с диспетчерами, я покажу вам задворки этого города. Ну, почти везде, где мы были, в разных городках, даже в маленьких, есть разные мюрлы. Этот, собственно, изображает индейцев. Очень интересное открытие я для себя сделал за время моего 15-минутного нахождения в этом городе, что вот уже второй памятничек, он показывает имена тех людей, которые приложили руку к каким-то там общественным вещам. Вот, например, это имена людей, которые построили Happy Trails, счастливые дорожки, да, вот эти вот парковые дорожки, которые вот здесь идут, вот так. Они, видимо, их тут много, мы я пока думаю, только по одной мы идем. Мы еще вот сейчас пойдем туда, мы просто вернемся. Пойдем? Так. Да, мы, короче, нашли это место, куда мы шли все это время, заблудились здесь в нейборхудах. И, короче, первое, что вы здесь увидите, это будет специальные... Я не знаю, откуда здесь, конечно, столько воды, что они ставят защиту с мешками из песка от потопа. Видимо, это High River очень сильно разливается. Но! Весь наш поход увенчался вот этим. Блин, что, не видно, что ли, здесь? А, и мы не можем сделать никак. Вон там, короче, горы. Да. Здесь, конечно, плохо видно на видео, потому что это очень далеко, но глазами это невероятно. Say hi to our friends! I'm just making videos and then post them. So you're gonna be in my film. Yay! Находимся внутри банка в этом городе. И вот такое вот здесь висит, прямо на стенах. Это вообще нетипичный банк. Мы пришли, здесь вот есть кофе, можно себе налить, взять крекер. Вон Ксюшка сидит. Женщина, которая будет нас обслуживать через несколько минут. И вот такие вот здесь фотографии. Yeah, so you can't really lay lower.
1942 году здесь был потоп. Вот так вот нужно реагировать на потоп.